Я не знаю, зачем я это вообще запустил, зачем я этот ключик вообще активировал, но это Sakura Dungeon, ребят. Здравствуйте всем любителям отличных, проработанных, больших ролевых систем. Мы начинаем игру? Normal Hard... Меня сразу перевели на Normal. Я думаю, что нужно играть на Abyssal. На Abyssal. Ладно, давайте на Normal, так и быть. Сколько я подержусь? Так, что это? Ха? Вау. Что произошло со мной? Как много времени прошло, я не могу сказать точно. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я начинаю вспоминать. Отлично. То есть озвучки не будет, да? Ее зовут Йоми. Ее зовут Цери. Это, если что, стоит делать 400 рублей. Очень интересный сюжет. Скип нельзя. Нельзя скипнуть. Авто. Ух ты. Я быстрее проскипаю. Давайте проскипаем. В принципе, как играются все визуальные новеллы и все подобные игры? Вот именно так. Вот они серьезно думают, что это кто-то будет читать? Вау. Holy shit. Видали эти спецэффекты? Что-то там нехорошо. Все это надо читать. Вау. Еще больше спецэффектов. О, еще больше спецэффектов. Найс, найс. Черт. Оказывается, она не человек. По ее ушам видно, если что. Вау. Вот это спецэффекты. Ее броня полностью на кусочки разлетелась, по-моему. Она пытается встать, но что-то там, я не знаю, не успеваю прочитать, потому что я... Ух ты! Вот это поворот, ребят. Она... Силой улыбается, ну знаете, ее побили, она такая, ну пожалуй, улыбнусь, может мне еще по харе не достанется. Короче, она говорит, да ты меня неправильно поняла, ты чё, сразу, знаете, на попятную такая, заднюю педаль врубает. Окей. Так они чё, подружились, что ли, я чё-то не понимаю, я просто не успеваю читать, я в основном на картинки смотрю. Окей. Она встает, ее тело отвечает, она встает. Какой спел, что она сделала? Вообще тут геймплей будет, нет? Мне интересно, вот музычку они тоже из прошлых игр Сакура взяли. Да, кстати, Сакура это целая серия, и там, в принципе, она вся вот такая вот. Ну, не в смысле, не такого геймплея. Геймплей вообще разный, визуальные новеллы, там прочие, кликеры даже есть. Но постоянно одно и то же. Привлекает одним и тем же. То есть ничем. С ужасной рисовкой, да. И все это продают за деньги. Отлично. Она этот город основала. О май фак. Вы представляете, я это все проскипываю, пролистываю. А ведь кто-то читает, кто-то вот кусит. Интересная история. Теперь они зашли в таверну. О, тут есть Изабелла. Что-то мне не нравится ни одна из превыше представленных женщин. Вообще никак. Пусть даже в рисованном варианте. Да, нет, даже если бы не были в живом варианте, мне бы... Ну, хотя, я не знаю. Знаете. Это же на самом деле все не так. Да, это все приукрашено. А так она даже сейчас выглядит страшной. А прикиньте, вот реально придет такая баба, у нее такие большие глаза будут на пол, Хари. Я ее сразу это... Я же прочту «Отче наш», «И же иси на небеси», там, и так далее. Вокруг себя круг начерчу измело и буду, в общем, взывать ко всем возможным демонам, чтобы они... забрали это говно к себе наконец-то домой. Я думаю, то, что я сейчас говорю, намного интереснее того, что здесь. О, после горячей ванны и свежей смены одежды на свежую, Цери, похоже, что восстановилась после шока. А почему у тебя одежда та же самая, что и была? Нахера тебе зонтик в помещении? Ты мне скажи, ты больная? Господи, сколько здесь скипать? Будет геймплей? Я хочу геймплей посмотреть просто. Может, знаете, это специально поставили людей, которые... Фак, столько читать, надо выйти отсюда. Вау. Так, можно пойти в магазин. Парти... О, пати статус. Что у нас здесь есть? Consumables. Ничего. XPO. У нас есть две виталити, две agility, одна agility, одна менталити, две силы, одна ловкость, resilience, окей,
Физический рез 25%. Трипл слэш. Я не знаю, я откажусь. Так, нет, спасибо, не надо сортировать. А, спасибо, я, пожалуй, откажусь от прочтения. Так, что здесь еще есть? Можно сохраниться. Можно поменять униформу, там они вообще по-любому такие классные. Пойти в магазин. Господи, пошел в магазин, и там сразу баба подбегает. Слушайте, женщины, вот скажите, вам не холодно, не жарко, а вдруг дождь? И что вы будете делать? В чем вы плывете? А вдруг война? Варстон, почему они друг друга жопкой трутся, я не понимаю. Варпстоун. Возвращение на поверхность. Черт. Это, то есть, мои деньги, мана шардс. Я могу что-нибудь продать? Мне, то есть, на халяву дали варпстоун, нормально. Походить по городу, нет, спасибо, поговорить с Изабеллой. Изабелла может чинить разорванные одежду. Она может делать новую одежду, вау. Ну давайте данжен пойдем, так и быть. О, fuck my life. Все, отпусти меня. Так, окей, левел 1. Они, понимаете, когда они ступили внутрь этого данжена, они почувствовали запах земли и пыли. Вау, серьезно? А еще когда ты выходишь, короче говоря, на улицу, ты чувствуешь запах свежего воздуха. Ну, не всегда, конечно. Если ты живешь в Китае, то, скорее всего, ты дышишь выхлопными газами. Ну, ладно. Это так. А в Японии, если ты ездишь, ты дышишь потом подмышки ближайшие, которые к тебе в метро, и ты едешь, прижавшись к стеклу, ну ладно. Но какое-то просто романтичное, да, стремление пожить в Японии. Ну окей. Когда, я не знаю, изнасилуют в поезде, наверное, да, даже думаю, ты мужик, то, наверное, да, пофиг будет. Так, окей, при помощи WQESD и двух кнопок. Каких кнопок-то? QE, да, окей. Окей, спасибо. Ладно. Короче говоря, все расписывается на карте. Можно сохраняться, когда находишься не в битве. Если ты проиграешь битву, игра будет закончена. Так что сохраняйся почаще. Можно быстро сохраняться при помощи F5. Можно быстро загружаться при помощи... Так, окей. Вау! Ребят! Да я такое видел последний раз на NES. Битва. Вау. Что-то двигалось в темноте. Ребят. Здесь был запах страха, еще надо было сказать. Кроликовый монстр. Боже ты мой, я бы хотел об стену ее сейчас выпилить. Я, да, вхожу в свою первую битву. В левом нижнем углу экрана показан ваш активный пати-мембер и его статус. Когда будет... черед ваш... Ну, черед хода вот здесь показан. Их доступные скиллы будут прямо над ними показаны. Каждый скилл использует AP. Они медленно восстанавливаются во время битвы. Все монстры имеют скилл защиты, который восстанавливает AP и защищает их против атак. Выберите цель вашей атаки, нажав на них. Вражеский статус показан над их спрайтами. Порядок, в котором члены пати и враги будут идти, показаны в правом верхнем углу экрана. Ваши члены пати имеют золотые границы вокруг их портретов, когда враги имеют красный портрет, то есть ты враг, да? Я буду бить тебя по сиськам. Нормально. А я такой, тук-тук, может, у вас битвы титьками будут? Вот в это я поиграл, если бы еще все было анимировано. Значит, чтобы все по физике, я не знаю, когда просто бегут, я не знаю, навстречу какие-нибудь две груди четвертого размера, они врезаются и получается атомный взрыв с испепелением всего живущего и существующего в районе радиусе 2 километра. А просто прыгают такие, ох, как же это было немножко щекотно. Теперь победите эту бабу. Просто ББПЕ, нормально. Трипл слэш. А можно одну пощечину и отправить на кухню? Окей. Это очень странно выглядело, если честно. Трипл слэш. Это выглядело опять очень страшно. Оу, щит, вы видали?
Ну ничего так, нормальные тут краски подобраны, хорошая композиция цветов и вообще. Мне понравилось Blown Away. Песня, окей. Моя одежда, она говорит. Как это произошло? Почему это произошло? Интересно, а если, допустим, перед нами будет стоять голый какой-нибудь атак, он на нас нападет в этом подземелье, и мы его забьем, он тоже будет в порванной одежде с волосатым пузом вот так вот стоять? Ну вот видите, здесь по-любому это просто волосатики. О чем они там говорят просто? Зачем это все нужно? Обычно оно так играется, если что. Все визуальные новеллы. Покупаешь за $30. Это просто упоротые кретины... простите, не кретины, в смысле. Очень-очень интересные личности проходят визуальные новеллы, все читая. Зачем это нужно? Ладно, шутка. Шутка. Есть, наверное, хорошие визуальные новеллы. Но я говорю про вот такие вот дебильные, дешевые, ужасные визуальные новеллы. Вау. Я два раза нашел, ребят, все. Ну да. Надо же повернуться. Они еще прикольно врезаются, это по-любому. Эвент. Событие. Цери. Цери, почти как Сири. Спасибо. Цери получила возможность захвата. Все монстры, которые вы встретите случайно, когда находитесь внутри данжена, могут быть захвачены. После того, как их захватите, они будут посланы в тюрьму в вашем ближайшем городе. Вам нужно встретиться с захваченными монстрами, если вы хотите их добавить в свою пати. Чтобы захватить монстра, вы должны нанести ему достаточно демага при помощи... и при помощи возможности захвата победить их. В идеале вы должны ослабить их, пока их нельзя будет ударить, убить с одного удара, видимо. Не все монстры могут быть захвачены таким образом, но другие... Ну вот есть другие причины, чтобы этих монстров себе... Ну, в общем, другие способы этих монстров себе перехватить. Монстры, которые выше левела, чем кастера, спелла Capture, не могут быть захвачены. Мне дают потренироваться на бочке? Можете дополнительные действия делать в битве при помощи меню тактики. Чтобы открыть меню тактики, нажмите правый клик или R клавишу. Здесь есть опции, чтобы скипнуть, автоматически пройти битву или уйти из битвы. Ваш шанс ухода калькулируется или рассчитывается при помощи вашей AP и как и тому количеству ходов, которые вы потратили в битве. Чем больше у вас AP, тем... Чем больше у вас AP, чем у вашего врага, тем больше ваш шанс уйти. Чем дольше битва идет, тем выше ваш шанс убежать. Есть горячие клавиши, чтобы некоторые действия делать. Нажмите А во время битвы, чтобы включить автобитву. Нажмите S во время битвы, чтобы ускорить битву. И помните то, что вы можете, когда вы включаете автобитву, искусственный интеллект будет играть за вас. Он не будет делать самые мудрые тактические выборы, так что не пытайтесь его использовать во время сложных битв. Ах ты скотина. Это был критикал? Окей. Я хотел так-то схватить. Так, а вообще, я не повернулся, да? Окей. И что ты хочешь сказать? Это просто бочка. Бочка? Мы должны ее сломать. Почему это первое, что пришло в твой мозг? Так, окей, что там? 5 маны шерц, окей, 5 осколков маны. Отлично. Да, спасибо. С этими... Мне говорят, что, с этим говном можно взаимодействовать. Вы сказали перед тем, как я его встретил. Вау. So much gameplay. Much wow. Such gameplay, much wow. Я только что полностью уничтожил... Уничтожил этот... Понятно. Уничтожил этот мем. Вы получаете экспу или экспи во время вашей последней битвы. Экспа тратится тремя... получается при помощи трех способов. Когда вы атакуете оппонента или будете атакованы оппонентом, или когда ваш персонаж поражает врага. Когда ваш друг, ну или управляемый вами персонаж,
уничтожает оппонента, все члены пати, включая членов в задней линии и в городе, получает экспу. И когда вы сражаетесь против оппонентов с более высоким левелом, вы получаете дополнительную экспу. Когда вы сражаетесь против слабых оппонентов, вы получаете меньше экспы. Когда ваш персонаж получает 100 экспы, они повышаются в левеле. Так. Допустим, трипл слэш. Может, я могу захватить? Ну блин. А у меня нет EP, что ли? О, фак. Жопа? Надо было, наверное, в гард встать, да? Окей. Да, я что-то затупил. А, надо было в гард встать, наверное. Так, и чё, куда мне идти? Ага. Ага. Снова событие, ребят. Вот это событие. Так. Что значит хит 12 или что это? Ну ладно, неважно. Не убивай. О, найс, теперь я могу схватить. Надо только постоять в защите, наверное. Отлично. Сейчас захватим. О, просто взяли. О, теперь порванные титечки. О, в смысле, порванный лифчик мой. Хороший бот, теперь у нас есть наконец наш первый напарник. Много ли можно использовать этого кролика? Ой, ладно. То есть у них все враги такие будут, да? Фак, естественно. Вы схватили вашего первого члена пати. Если вы хотите добавить ее в вашу данжем пати, возвращайтесь назад в город и кликните «Встретить захваченного монстра» в главном меню. Монстры, которые захотели, появятся там. Спасибо. Окей, поехали. Нет хилищей магии в этой игре, вместо этого все члены пати регенерируют здоровье во время, в течение времени. За каждый ход в битве или за каждые два шага любой член пати будет восстанавливать свое здоровье в зависимости от того, как много ресайленс у него есть. Если повреждена одежда монстра, его скорость восстановления будет скорость восстановления здоровья будет уменьшена наполовину. Одежда монстра также может быть повреждена, когда они получают критический удар. Их текущий VP, не знаю, что такое, меньше, чем их половина максимального VP. О, боже мой. Рейтинг ресайленс вашего текущего члена партии достаточно низок, так что вы будете... будьте уверены, что вы почаще посещаете город. Травмированные и нокаутированные члены партии восстановятся после... восстановятся все их здоровье, когда они посетят город. Поврежденные... одежды будут автоматически починены. Ничего нет, зашибись. Я хотя бы один данжен-то здесь пройду, ну, мало ли. И это первый этаж данжена. Я знаю, сможет это сделать, но это только начало. Я могу только представить, что нас ждет там внизу. Я бы так об этом сильно не думала, бла-бла-бла. Один этаж, один за один шаг, пройти на следующий этаж, да. One small step. Даже не самый плохой, который я видел, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Очень-очень интересно. Очень интересно, по-любому здесь очень интересные. Да-да-да, чем ниже ты спускаешь, тем сильнее становятся враги. Я хочу увидеть еще... Не, подождите, а как вернуться назад в город? Так. Как вернуться назад в город? Вот так? Ну ок. Надо схватить... О, встретиться с захваченными монстрами. О, я сделал ее своей служаночкой. Она говорит, не ешь меня. Я последовал приказам. Бла-бла-бла, очень интересный текст. По-любому здесь стопудово просто капец. Они говорят, то поработаешь на меня, поработаешь. И шутки про пудинги. Organize button. Да, спасибо. Так, организ пати, в смысле. А где? А, ну вот баня, окей.
Понял, все, увидел, просто она уже здесь. Хани-бани. Так, а чё? У меня даже бабла-то нету, ладно. Explore the dungeon. О, черт, у нас нет варпстоунов. То есть, стоять. Мне нужно будет проходить все данжены снова? Ну, наверное, я что-то не то сделал. Но у меня нет... Отлично, привет. Как дела? Трипл слэш. Что такое гаст? Клоу слэш. А нахрен с тобой? Пахарей надавали. В любом есть какой-нибудь этот... какой-нибудь патч на то, чтобы у них одежды вообще не было, там, дорисовали. Всяческие. Чё вы здесь? Что он нарисовал? Обними стену, окей, по стеночке. О, отлично, бор. Я понял, все враги будут такими. Ну, окей. Что это было? Почему они все по титькам дают? Так, окей. Надо захватить. Отлично. Ну, давай. Я понимаю. Еще одни титьки. О, ну, нормально. Тут снова, видите, хорошая палитра. На каком-то цвете детской неожиданности сидят. То есть, вперед идти, знаете, можно только из-за того, чтобы посмотреть новые арты. И все, короче говоря, вот все будут этим заниматься, такие, да, скипай новые арты, давай. Но это лучше, чем, знаете, вот так вот сидеть, такой, о-о-о. И вот так вот, когда там новые картинки, о-о-о, можно это расчехлять. И все это делать левой рукой. Да. Да. Именно так. Пусть здесь будет варпстоун. Да какого хрена в этих бочках ничего нет? Чё, реально? Слышь, ты хани-бани, отстань. Она чё, защитилась? Ты совсем охренела? А почему она по мне бьет, а не по вот этой бобине? То есть нифига себе, сколько у тебя ходов, так-то обидно. Ой, я криты. Нормально, с критом так хорошо зашло. О, опять событие. Вы чувствуете присутствие монстров впереди. Как ты можешь сказать? Мы используем... мы клали маркеры или заметки какие-то в данжене, которые показывают на территории, которую нужно защищать и бла-бла-бла-бла-бла. Так, бэк. Вы будете встречать различные батл-маркеры, когда будете проходить через данжены. Враги, которых вы найдете при помощи батл-маркеров, могут быть боссами или рандомными врагами, которые будут сильнее, чем раньше. Если это рандомные враги, то батл-маркеры появятся после того, как вы уйдете из данжена. Здорово! Так, трипл слэш ей. Ни хрена себе. Она решила свалить, что ли? Мол, просто взяла и свалила. Ох, шляди. Тут интересно все-таки. Может, будут какие-нибудь свиньи? Я хочу просто посмотреть на... Или коровки. Я хочу просто посмотреть на это. На эти рисунки. Ну, правда, вряд ли, наверное, в данжене всячески коровки обитают. Это было бы странно, да? Куда я иду вообще? Отлично. О! Интересно, что в этой находится сокровищнице? Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Какой-то там свиток и так далее. Чё там? Fire Twist Scroll. Свитки с возможностями могут быть найдены в данжене, когда они потребляются. Они дают одному из членов пати, но возможность навсегда. Помните то, что член пати может иметь до 6 обилок в одно и то же время.
Consumables. Человек party member. Ага. Fire twist. А, отлично. Я изучил спел нормально. Да вот чего тебе на. Вот чего тебе надо от меня? Что у меня Хани Банни не прокачивается? Надо Fire Twist заюзать. Теперь у нее жаркие титки. Простите, но как бы. Если что, тут везде титьки. Я не могу не говорить титьки, если тут везде титьки. Титьки. Я встретил уже столько титик, что просто могу говорить титьки постоянно. Ладно, давайте битву пройдем. Окей, спасибо. Ха-ха-ха-ха, паника. Что это вообще дает? AP, я понятно, минус 20. CP, что такое CP? Без понятия. Power 19, хит 100. Что такое хит 110? 110% шанс ударить, что ли? Ну, как бы 10, как 100% понятно, 10% еще куда уходит? Я не знаю, там на орбиту Земли, что ли, уходит? Куда? Еще и critical eyes. Отлично. Ну как, отлично. Игра-то жестока, конечно. Там была дверь, но что-то как-то стрёмно мне заходить. Что это такое? Что я подобрал-то? Я вот даже не знаю, что ты подобрал. Какой-то... А, о, варпстоун. Нормально. Я же говорил, что подберем. Да, спасибо, я знаю, спасибо. О, там сказали, не стыдно вот вернуться назад на поверхность. Такой думаешь, сел я тут такой играть в Dragon Age первую часть, черт. Стыдно выходить в меню, пока игру не пройду, пока она сама меня не выбросит, главное меню, я не выйду из нее никогда на свете. Нет. И все, ты труп. Ну, в принципе, корейцы, наверное, так и думают. Они у них просто, видимо, северокорейское воспитание там. Они прилезли к двери и что-то чувствуют. Какое-то сильное присутствие, сильный монстр впереди. Кто-то страшный, очень страшный. Мы вошли в какую-то комнату. Почему эта комната пустая? Они спрашивают, бла-бла-бла. Ой, липкий пол, Я даже не знаю, почему. Нормально. Слизень. Короче, они хотят друг друга наказать. Да, наказывайте друг дружку. 55 хп, серьезно, ты думаешь? Окей. Паралич? Серьезно? Окей, встанем в защиту. Сингл флэш. В защиту. А, я не могу судить, фак. Только не крит, не крит. О, найс. Кэпчер! Ааа, fuck you. Невероятно. Просто. Как невероятно это сейчас было. И чё сейчас. А почему сейчас нету этого самого арта, как бы. Вы охренелись, что ли? Что ли? А, ну да, у него нечего там рвать. Знаете, она сейчас слизни отсюда берется на ножки, потом с ручки. Вот все. Секс просто капец. Первое. Что написано? Первое препятствие. Тут препятствие это в принципе дверь. Да, дверь это препятствие. Препятствие это просто взять и понять то, что ты играешь в игру, в которой сиськи это основное, это все, что есть в этой игре. Сиськи. И ты будешь просто видеть сиськи постоянно. Трипл слэш. Черт, не получилось. Отлично. Фарм бабла, ребят. А еще в этой игре надо фармить бабло. Потому что без этого никак. У меня есть карта, я там не знаю. Full map. О.
Найс, где я что-то пропустил? То есть мне нужно идти... Ну, по крайней мере, в этой игре есть карта. Когда я проходил первый Doom в самом-самом начале... Когда он... Ну, блин, не в самом-самом начале. А почему? А что? Я врубил случайно автобитву. Лол. Случайно, просто А нажимал и врубил автобитву. А здесь показывает бред, ну ладно. Да твою-то мать! Я думал, что автобитва это автобитва, ну в смысле вообще быстренько сейчас все в это делается, даже это смотреть не нужно. Но нет, нужно смотреть на то, как они дергаются там, я не знаю. И прочее делают. Это как будто, я не знаю, шоу заболевших Паркинсоном, серьезно. Что-то... Тусун. А еще можно было сказать, конечно, hold the door. Давай же, паникуй там быстрее. И вот на что надеются разработчики, серьезно? Я, конечно, понимаю, что такую игру сделать просто это 5 минут надо посидеть, по-моему. Просто по приколу. О, я могу забрать эту херню спокойно, даже не сражаясь ни с кем. О, сокровище. Она жопой, что ли, их открывает? Я не знаю, у тебя отличное умение просто. Говорит, осторожно, это может быть ловушка. Что я хоть нашел-то, скажите, боже мой. Хилка, вау. Серьезно, в этих сокровищницах могут быть ценные предметы, мне сказали, вау. Вот еще прекрасная битва здесь была. И все, вот это все, чем вы занимаетесь всю игру. Нет, конечно, наверное, прикольно на арты посмотреть, но легче, по-моему, взять, ломануть файлы, которые есть в этой игре, и посмотреть арты. Какой-нибудь супер анлог сделать. Все, это весь данжен. Ну, хоть данжен это интересно, рандомный или... О, фак, нет, пусть автобитва будет. Мне просто надоело нажимать. Так хоть побыстрее. Я не думаю, что они завалятся. Auto Battle, вот здесь написано. И там есть по-любому ачивка какая-нибудь. Пройдите всю игру, не используя Auto Battle. Знаете, ачивка для извращенцев. Auto Battle, погнали. Вау! Знаете, я играю полчаса в эту игру, и мне уже надоело, если честно. Да, все-таки, наверное... Данжен... Как это называется, жанр-то? Нет, не данжен-скроллер, фак. Для исследования данженов это все-таки нужно, наверное, уметь делать. А что такое? Окей. Ага. Нашли комнату для хранения, вау. Можно все ломать. Да просто капец. Опять она жопой все подобрала. Я, конечно, все понимаю, но ты как будто Эрик Картман из какие-то редкие предметы могут быть потреблены, чтобы навсегда повышать частоты членов отряда. Каждое семя. Она нашла семя и собрала его жопой. Мне больше нечего сказать об этой игре, ребят. Она собрала семя, и это повышает ее статистику. Ну да, в принципе, статистику оно может быть повысить, знаешь, как в пицце в килограммы на несколько месяцев. Причем килограмм будут повышаться. Ну, правда, если жопой собираешь, то, наверное, ничего такого, но... А, здорово. А, теперь вас двое, что ли? Ну ладно, давайте. На, убьют так убьют. А что, новые враги-то будут? Я хочу на новых врагов хотя бы посмотреть. Хотя бы третьего врага, пожалуйста. О, черт, это, наверное, телепорт, да? О! Что у нас здесь? Что это вообще? Это телепортер! Еееей!
Отлично. Ну, теперь есть телепорт, ребят. Все отлично. Когда вы находите телепорт на полу, можете телепортироваться назад на поверхность. Также есть телепорт, доступный в городе, позволяющий вам убирать... Да-да-да-да-да. Нет, не хочу его использовать. Я хочу найти еще одного врага. Ну какого хрена? Тут одни и те же враги. Ладно, хер с ними. Давайте, так и быть. Что это такое? У меня такое чувство, что мне нашлепали по титькам. Прям мне нашлепали по титькам, а не героине нашлепали по титькам. Боже, эти битвы. Знаете, тут не то, что автобаттл, но тут нужен автоспидбаттл. Спид-автобаттл. Но то, что... Почему на лице? Почему это на лице? Именно на лице. Они такие все счастливые, знаете, их бьют, они такие, да, бей меня! У меня такое чувство, что я подошел в какое-то подземелье садомазохистов, если честно. Ну не садомазохистов, просто мазохистов. Не, я, конечно, ни на что не намекаю, но разработчики, как бы, вы ни на что не намекаете, нет? Черт, заблокировано. Или закрыто, нам нужно поискать ключ. Они сказали, что сейчас они будут применять логический поезд или логическую тренировку, я не понял, logical train. Да, женская логика здесь поможет. И мои знания английского тоже, кстати. Ага, окей. Ты что, будешь снова со мной сражаться, что ли? Окей. Как насчет того, что я тебя сейчас побью? Ни хрена себе. Я, кстати, не сохранялся ни разу. Жопа, 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 жопа. Нет, я тебя уничтожу. Да блин! Вот понятно все. С нее не падает этот арт. Это самое полезное, что есть вообще для игрока. Арт. Хрена тут. Она чувствует, слышит что-то странное. Что это за джингл? О! Нормально. Это анимация. Этот пушап-лифчик, который сжимает все. Я не знаю, легкий он тоже сжимает. О, отлично. Ну хотя бы третьего врага нашел. Хоть посмотрим на третий арт. Черт. Тупо маны нет. Ну ничего, так нормально. А, ты бы дома оставил это, что ли? Или этим прикрыли, как бы? Ну, отлично. Никакого арта вам, в общем. А я так-то арт хотел. Обосраться просто. И кошару захватил. Найс. То есть они говорят то, что им нравятся кошачьи девочки. А, окей. Это странно. А, окей, я завезу телепорт. Аргонять. О, точно тут же столько всякого говна. Короче, у нас какая-то дико большая пати теперь. Просто обосраться 5 баб. И они просто, видимо, всех изнасилуют сейчас. О, у вас есть Healing Potion. Возьму, пожалуй. Пожалуй, 2 штуки. И, пожалуй, 3 штуки. Потому что why the fuck not? Может, у тебя что есть? Не хочет на ничего мне давать. Походить по городу. А что если походить по городу? Что? Ага. Когда проходите по данжинам, события с диалогами будут доступны в городе. Это поможет раскрыть секреты и разблокировать специальные эвенты. Также удостоверьтесь в том, что вы прочекаете, если здесь есть какие-то события, доступные после того, как вы вернетесь из данжинов. Я не успел прочитать. Окей, значит, ничего просто. Тупо ничего нет.
Окей, телепортер хаб это оказывается. Теперь, когда у вас есть больше трех членов пати, у вас есть передняя битва, передняя линия и задняя линия. Вы можете иметь до трех членов в обоих линиях, в обеих линиях. Это значит то, что ваша пати может быть состоять из шести членов отряда. Только члены передней линии вашей пати могут участвовать в битве, когда приходит ваш черед. Вы можете поменяться между активными членами пати с членами запасными. Члены, да? Очень странно звучит слово в такой игре. При использовании меню тактики. Также члены задней пати восстанавливают их здоровье быстрее в безопасности, но их AP не могут возрасти дальше 20%. Враги обычно бьют по членам пати с низким AP, так что будьте осторожны, когда переключаетесь в событии. Член с передней линии, если он будет побежден, то член задней линии займет его место. И так далее, пока не останется... так что не недооценивайте членов задней линии. Хрен с ним, я просто автобитву нажму. А тут целая битва с боссом. Я даже не знаю. Давайте сначала ее убирать. Паралич, найс. Сразу трипл слэшес. Изи катка. Опять у нее одежда порвалась, не знаю почему. Все, сейчас на ее место еще придут ублюдки. Люблюдины, я хз. Наверное, на бане вообще пофиг на этих кроликов. Они нихера сделать не могут. Веном шот. Отлично, снова паралич. Тупо бьешь самыми сильными ударами, все. И убиваешь. Что есть нас? Еще? Вы охренели, что ли? По-моему, надо поменять слизня. Так. Yes. Я все правильно сделал? Ну да, вроде как. Они что, тоже поменялись, что ли? Я не понял, почему у них ХП восстановилось? Как все сложно, боже ты мой. Здесь вообще нету маны. Ну или AP, или что это такое? Action Points. Triple Slashes. Фак, естественно, они сейчас будут ходить. Убить. Изикатка, только не надо. О, отлично, все, остались только эти твари. А здесь не важно, кого убивать. Они все равно одинаково все покажут. И им нужны были трипл слэш, если честно. Амазон такой, как будто, я не знаю, ты сражаешься с пятью драконами одновременно и еще смотришь игру тронов в процессе. Если в этом говне лежит что-нибудь меньшее, чем, я не знаю, там, 350 артов с голыми, я не знаю, там, фотками Меган Фокс, которые можно продать за очень-очень много бабла, то я даже не знаю, зачем я этим занимался. Очень интересно, просто капец. Смотрите, они все хотят что-то сказать. И прикиньте, что сказала котяра. Ей очень нравятся сияющие объекты, ребят. Опять на жопу все бьет, да что ж такое-то, а? Короче, они нашли какую-то одежду. О, боже ты мой. А можно уже побыстрее? Что там? Ага, понятно. Отнесите это к таверна заседателю, я не знаю, кто там в таверне работает, и надо сделать новую одежду для тебя, в зависимости от того, что вы принесете. Ну, наверное, это того стоило. Для адских дрочеров. Типа меня. Так, а мы тогда знаете, что можете сделать? Что можем сделать? Варпстоун использовать. Так, наверное, с Изабеллой надо поговорить, да?
да, кликай больше. Окей. Нормально. Это вот это я подобрал, да? Так, окей. Розовое бикини. А можно не говорить ничего в процессе, пожалуйста? Черное бикини нравится больше. Просто бикини. А, она и так просто бикини. Блю бикини. Ничего, сойдет. Вот вы видите, что можно здесь сделать, да? То-то же. Это вам не обычный Dungeon Scroller, я хз. По-моему, Dungeon Scroller называется. Это вам адский задротский Dungeon Scroller. Во всех смыслах, наверное, задротский. Мне еще правую сторону надо чекать. Фак. И тут еще автобитвы. Ну не автобитвы, но автобитвы врубаешь, так и много интереснее. Нет, ребят, здесь можно ускорить битву, представляете, да? Скип моди автобатлик, как что я и просил. Что я и просил, все-таки продумали. Все-таки продумали. Вау, это намного... намного удобнее и намного быстрее. Блин, а как... Скип мод и автобатл. Окей, просто А и С нажимаешь одновременно, и они все делают сами. Тебе даже париться за это не нужно. Ты просто стоишь и следуешь данжен. Они сражаются. Отлично. А интересно, если я тут сделаю так? Ну, они должны забить. Ой, у них это получается даже быстрее, чем у меня. Компьютер играет лучше меня, так что какая разница? А я просто смотрю, как бабы дергаются в стиле Паркинсона. Fury of Blows. Хорошо, что Blows просто. О, вот это была эпичная, очень эпичная битва. О, да, я не знаю, вам не холодно, нет, ведь чем дальше, как бы, вниз, тем холоднее. Ах, блядь, я не знаю, вы там подогреватель, что ли, носите в бикини, или он какой-нибудь особо согревающий? Они почему-то все хотят высказать и думают то, что мне интересно их мнение. Я бронзовый ключ нашел. Еее! Очень, наверное, интересный сюжет, ребят, но... Я, пожалуй, его скипну, хорошо? Вау. Блин, я бы сейчас через стену просто пробился, и все, класс. О, ну, слушайте, с этим-то вообще... С этим-то вообще игра пройдет, наверное, часа за 3. По-любому тут гриндить еще нужно, чтобы боссов убивать. Но это же японские игры. А, хотя не, подождите, это, наверное, не японская игра все-таки. Но это на японский манер. Нет, это называется инди-игра. Инди-игра это даже хуже, чем японская игра. В японской игре это может быть еще есть дизайн и баланс какой-то. А в инди-игре вообще, в принципе, баланса нет. Часто. Часто. Ей, я разблокировал дверь. А, как же они долго говорят. Я правда не знаю, что это за костюмчик и нафига вот это вот здесь все нужно, но ладно. Это какой-то странный бикини, она же не будет в нем плавать. Я правда не знаю, для чего ей нужны перчатки, но почему-то у меня только одна мысль. Она будет прочищать трубы. Или это новый костюм для, я не знаю, там, для Payday. Событие. Да, чем больше у вас членов пати, тем, в общем, больше будут диалогов. А, кстати, я могу, допустим, вернуться назад? Сделать вот так? А, давай быстрее, скипай все это, прокачивайся, все дела. О, боже мой, еще что ли одна кошара? Чего вас так много-то здесь развелось-то, блин? Тут вы развелись как лисплееров на ютубе. Как здесь ничего нет? Здесь есть вот этот телепортер, да, давай. И... По идее это все? Выходите в магазин. Можно... Подождите, может быть в городе что-то есть? Поискать сокровища. Окей.
Окей, очень интересно. Они пришли на луга. Вход в какие-то пещеры. Вау. Тут целая кошка, ребят. Сразиться с ней, да? Вы что, серьезно? Я что, не сражусь с ней, что ли? Вы думаете, что я ее не забью? А может, у нее какая-нибудь там охрененная защита? Она сейчас уничтожит всех, ни хрена себе. Ну так-то нифига себе. А можно... А, скип можно... Можно забить, окей, спасибо. О, ну... вот это другое дело! Вот ради чего все это... этим стоит заниматься, да? Зачем... Зачем что-то слушать, если баба полураздета перед тобой сидит, да? Просто... Просто такой... Угу. Даже если ты только что побил. Нет, если ты только что... Если только что ее побил, то, скорее всего, ты говно. Нет, если, конечно, она говно... А то ты, в принципе, бьешь говно! Да, это как бы. Чё там хоть? А чё там было-то хоть, я даже не посмотрел. Окей. Тут ни хрен. О, да. Как же, 59 минут наиграл. Тут даже мануал есть. И что же мне открылось за все это время? CG-галерея. Как видите, здесь всего... 4, 5, 6, 7, 8... 42 CG. И все. Ну, еще есть спрайты, но я не думаю, что это будет очень интересно, прям спрайты. И это Sakura Dungeon! Все остальное... Ну, все, чем вы занимаетесь, только что вам показал за час. Дальше задротство, гринд, задротство. Очень интересный текст. Еще сколько там? 4 показал, да? Получается 38 этих CG. И очень интересный эксплоринг просто. Я не знаю, для кого делаются такие игры, на что рассчитывают разработчики, но понятно, что и такие игры делаются явно с маленьким бюджетом. И по идее, даже если кто-то купит там сотню, две сотни, тысячу копий, то эта игра спокойно продаться. Я даже могу сейчас посмотреть, сколько копий, наверное, куплено. 1800 людей купили эту игру. Она стоит 20 баксов или 400 рублей. 20 баксов, ребят. На 20 баксов вы на продаже Steam можете купить полноценную, большую, интересную какую-нибудь RPG. Того же Вичера. А не это. И за что здесь отдавать деньги, я не знаю. Нет озвучки. По идее, это просто-напросто, по-моему, копия какой-то другого Dungeon Scroller. Я не знаю, как называется этот... режим, фу, этот жанр. И все, что на что здесь смотреть, это сиськи, что ли. Если. Ну вот, я сейчас играю на стримах, играю в Hyper Dimension, Neptunia Rebirth 1. И та игра, я понимаю, намного лучше и интереснее, чем эта. Здесь вообще ничего нет. Единственное, что мне понравилось, это музычка клевая, и все. Арты такие, знаете, их даже сложно. Ну вот, что здесь? Они какие-то. Дешево, как-то дешмански смотрится, если честно. Я не знаю, в любой какой-нибудь хентайной игре можно найти. Не в хентайной, в РГ игре можно найти более интересные, чем здесь более красиво нарисованные. Так, это, знаете, такая средненькая рисовка. Я не понимаю, за что здесь деньги отдавать, если честно. Так что, не понимаю, для кого такие игры делаются, не понимаю, за что деньги отдавать. Разве что за саундтрек, но саундтрек продается только вместе с игрой, отдельным DLC. Так что, да. Sakura Dungeon. Это игра, прохождение которой на канале не быть. Всем спасибо за внимание. С вами был Эллин. Увидимся в следующих видео и прохождениях, которые обязательно появятся.